Уважаемые воронежцы, 25 февраля вот на этом самом месте, около кинотеатра «Пролетарии», в 12 часов дня мы, представители демократической оппозиции города Воронежа, подали заявку на проведение митинга. Последний день, когда власти нам могут либо согласовать, либо перенести место, это завтра, среда. Поэтому после среды мы точно будем знать, состоится митинг либо здесь, либо в каком-то другом месте. Вы сможете узнать о точном месте митинга в нашей группе ВКонтакте, которая так и называется «Митинг памяти Бориса Немцова 25.02.2018», или по моему телефону 8952-544-2556. Плюс к этому мы собираемся каждый вторник, опять же, на этом самом месте, около кинотеатра «Пролетарий», с 7:30 до 7:30. В следующий вторник вы также сможете уточнить новости по проведению этого митинга. Еще мы собираемся в воскресенье с 1:00 до 2:00 у памятника Пушкину. Это то место, где нас можно найти. Офиса у нас, к сожалению, сейчас нет. Теперь я обращаюсь ко всем демократически настроенным воронежцам обязательно прийти на этот митинг, который будет 25 февраля в 12 часов дня. Ориентировочно он будет у кинотеатра «Пролетарий». Если место изменится, то я уже сказал, как можно узнать об этих изменениях. Дело в том, что Борис Ефимович – это был тот человек, который объединял всю оппозицию, и демократическую, и левую, и правую. И те выступления, которые были в конце 2011-2012 года, стали во многом благодаря его организационной работе. Он был человек, который находил общий язык со всеми. И то, что вот сейчас наша оппозиция действует разобщенно, это, к сожалению, потому что у нас нет сейчас такого человека, как Борис Ефимович Немцов. И я думаю, именно поэтому Путин и его окружение убили Немцова, чтобы на этих выборах 2018 года оппозиция не выступала в единстве. Но если наши лидеры не смогли договориться, то я предлагаю всех демократов Воронежа, будь то сторонники Явлинского, будь то сторонники Навального, будь то сторонники Ксении Собчак, там Дмитрия Гудкова, других демократически настроенных людей, придите, пожалуйста, на этот митинг. Дело в том, что я думаю, что Борис Ефимович – это тот человек, который достоин нашей памяти. И мы должны обязательно прийти и показать всем и самим себе доказать, что нас много, что мы не считанные единицы. На первый митинг, который был в 2016 году, на следующий год после убийства, у нас было порядка 300 человек. Он был на этом самом месте, к нам приходили нодовцы, приходили казаки, пытались сорвать этот митинг, но никто не испугался, все пришли. И сейчас нет никакого страха, никто нас не трогает, наоборот, вот на этих пикетах я вижу, что люди, многие показывают палец вверх, многие нас фотографируют, делают селфи, но кроме такого устного одобрения, нужно обязательно ваше участие в этом митинге. Я вас очень прошу, придите сами, пригласите своих друзей. И я уже говорил про встречу ВКонтакте, митинг памяти Бориса Ефимовича Немцова 25.02.2018. Вступите в эту встречу, пожалуйста, пригласите своих друзей. Напоминаю, мой телефон для ответа на вопросы 8952-544-2556. Болдырев Александр, спасибо. Приходите, мы вас будем очень ждать.